Привет, YouTube. Лег в очередной раз накосячил. Теперь они не выложили последнюю карту игрового дня на YouTube. Соответственно, у нас опять будет испанский каст на последней карте. Не пугайтесь, что поделать, не мой косяк. Ну и не забывайте на канал подписываться. 35% зрителей смотрят мой канал без подписки. Лайки ставьте, комментарии пишите, как вам этот сумасшедший игровой день. И приятного просмотра. Все, получается, погнали. Первый матч второго игрового дня, второй недели. Лека, GIATX против BDS. Начинаем пока на разгончик с не самой интересной игры. Потом на широк Vitality. А потом, какие игры? Madline с Карминкор. Heretix и Скейм. Natic G2. Сегодня очень близкие матчи. Сегодня очень сложно было делать какие-либо прогнозы. Ариана фреспик для Джекиса, Макайчика, Калисту, Смолдер убрали, Ашу, Вай и Олафа убрали Адаму. Просто в первой ротации. У нас только GIATX вчера Олафом от Адама впечатлились. О, Сиончик для Адама. Но Сиончик, Рамбл, конечно, вначале будет жарить так-то нормально. Мне кажется, Рамбл вообще комфортно должно быть довольно всего наиграть, не? Мне Шайо у GIATX не нравится. Хотя она может доджить Нико, Рел, там Engage все. Кайтить правый драфт можно. Там такой справа драфт, который прям в тебя бежит. Шайо здесь на самом деле не так плохо смотрится. Адам без ТП, у Дуамна еще и телепорт свой засейвил. У него еще и ТП прио на топе. А, ну он еще и, в смысле, засейвил. Так он еще и не реколился, это у него просто столько слотов всяких из рун, что кажется, как будто он уже на реколе тоже был. На деле-то у него только Доран Ринка, два поушена так и остались. А какие G2 Fnatic сегодня будут? Heretix с SK Norm игра плюс Кармин Корп Мэтт сегодня будет. Так, цепанули Ори, Джекис, но флэш. Ну вот вам и давление, которое Нюк создал на миде. Без слушавой Ариана отъезжает. Первая кровь для BDS. Так, пич мувается в топ. Адам там, ну Адама хп много, но у него маны мало. Можно в теории попробовать поддайвить здесь его на. Но ульте он здесь не выйдет, только слышом. Ой, хорошо воду прожарил здесь. Адам поставил вард, но он не видел, что пич уже прошел к нему сзади в куст. Подавам надо пушивать вейв, выходит пич. Адама должны давить. Эквалайзер хороший. Да, здесь даже кик не понадобился пичу. Просто легчайший килл на топе. Адам без телепорта. Пешком придется на вейв возвращаться. Но большая часть вейва он, в принципе, в пассивке забрал. Плюс 800 удобно на топе. Благодаря как раз-таки Рамблу ведут GX даже по золоту сейчас. Так, ой, ну ты на варде-то что здесь реколишься? Так, Игнар, ебдрит Мадрид. Что за рекол-то такой, блядь? Во вражеском трибуше. Без свипера. О, ну это просто донат для BDS сейчас произошел от Игнара. Так, Игнар. Лабров вышел. Пич кикнул стена, но как будто бы он кикнул его в Игнара. Джекис Шуквей в пол на себя нажал. Слушайте, но возможно, GX после вчерашней победы Rogue забирают пока титул худшей команды. Что-то прям вообще какое-то пиво лютое. Я не очень понимаю, зачем это он здесь мерки. Ну типа, ну Рел Нико, да, контроля вроде много. Ну как будто, ну хотя он такой частично фронтлейн, у него только на Утлисин. Ну поехали. Сюда приезжает Адам. Адам, о, ебать, похороны. Ой, какое комбо! Они еще причем... Ой, щит там добил вешкой. Айс. Лабров шикарный, ингейдж четверых. Еще я... Они вставили все в Адама. Они же слышали, что Адам едет. Они сначала отошли, а потом туда обратно подошли. Но тут игра не прям, чтобы совсем закончилась, но это, конечно, жестко.
3000 золота, 4000 сейчас будет, да? Там еще вышка на боте падает. Ресет на Герольда. 3-0-1 Зерри, 2-0-4 Нико, 1100 в лесу, 1300 на миде, 1100 на боте. Джекис. У него шоквейв остался после файта, здесь ТП идет. Джекис без слыша. А это Адам прилетает с телепорта, еще и Шиу здесь, и Джекис заинтил. Джекис заинтил, 0-3-0 Джекис. Пич пытается забрать Герольда. Сюда бежит потихонечку Лабров, то Герольда вроде успевает забрать ZGX. Там уже 4000 преимущества стало сразу же. Сена очень сильно булит линию. Так, Адам. Адам танчит долго. У него еще есть флеш, есть ульт. Но, да ладно, его здесь задушили. Адам погиб. Так, Джекис. Нашли тут Адама. У нас 3 дракона есть уже в беде. Душа через минуту 20. Так, по Джекису играю. Джекис флеша дает, а тут нюк. А тут как тут уже нуклир. Еще раз Джекиса убили. У Джекиса сегодня игра вообще не идет. Постоянно его где-то цепляют. Че, на Шора пойдут в беде сфорсить? 0-4-0 Джекис на Уриане. И это печально. Но они могут тернить, у них еще ульта Рел есть. Можно просто с Рел будет разворачиваться здесь BDS и портить файт. Но пока ковыряют на Шора. А Пич там посматривает на то, что может быть попробовать состилить. Эквалайзер отвратительный, оттуда амны, цепанули Пича, Пич варджамп кикнул Ксена. Вроде выйдет здесь через вышки, глубинный заряд, Игнар тоже отдал, но на Шора задефали GX. 30 секунд до дракона. О, Пич, там шишка есть. Пич, варджамп на шишку. Пока бежит, живет. Пич, еще одна шишка. Пич вышел. Еще и горошка закинул немножко. Пич, вот это сейчас ты куда? Вот это лишний, конечно, шажок был. В итоге флеш потерял. On the side of Gynex. So now once BDS has almost come back up, it's a huge threat. Are Gynex gonna try and flip this on tempo? Are they gonna try and assume BDS? Джейк сами стартанули на Шора. Так-то урона по на Шору у них достаточно с Рамблом. Там нюк. Мини-курица. Цыпленок. Нюк. Флешульт. Цепанули опять Джекиса. Убили нюка. Плюс 800 Джекису прилетело. Джекиса должны забирать в размен. Джекис умер. Там фрихитает Айс. Патрик без ульты уже. Пич на флеш. Трипл килл для Айса, Одуамне тоже умирает. Квадро килл для Айса. Это на Шор и душа для BDS. Но вот теперь уже должна быть выигранная карта. Так, Шио. Там опять хороший гейдж по двоим от Лаброва. Чейн ЦЦ. Ну и еще даблкил для Айса. 9-0-3 Зерри. Но тут можно эндить, в принципе. Ну, либо две стороны забирать. Нюк пошел пушить топ. Пич тут какой-то кик отдал. Первый Т4 уже падает. Нюк сюда ТП дал, но у них вейва нету. Но как будто бы лучше бы топ ушел. Они бы сейчас реально вторую сторону вскрыли, а так они не закончили. Но BDS, мне кажется, могут даже без Элдера закончить. Так. Ну, капнули Игнарчика, плохо посняли. Там Лаброва, кстати, удобно нажарил нормально. Ой, курочка опять в спине. Опять поймали Джекиса. Джекис уже отъезжает. Патрик пытается откатить Адама. У Адама откатился ультимейт. Патрик флэш, Пич флэш. Патрик умер. Пич! 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 Пич погиб. Gives the 11th kill over, and for BDS, we said these guys are split.
Так, ну и все. ГГ. Какие же GX? Никакие просто. Даже BDS на фоне GX выглядит хорошей командой в этом сплите. Хотя мы видели предыдущие карты BDS, что у них вообще все далеко не гладко в этом. Ингип встал! Дэфт, Ингип! Там Патрик обувается на ходу, смотрит, что происходит, уже думает, игра закончилась, такой, так, что там? Сел в позу. Сейчас, как через 5 секунд, я встану, настреляю. Патрик побежал, бам-бам-бам, и вот теперь можно и обуться. Гиги. Легкая карта для BDS. У нас вторая карта дня. Роуг против Виталити. Но Виталити должны забирать. И делать счет 4-1, хотя Роги вчера сенсационно обыграли Карминкорп. Ну, либо Карминкорп просто люто выдали кринжа и проиграли Рогам. Посмотрим, что сегодня Роги покажут. Вообще, Виталити выглядит очень бодро. Там кинч под Смолдером. Вай для Дагласа ТК против Вай. В принципе, справедливо. ТФчик для Фотон у нас. Калиса, Сену, Ариану забанили Виталити. Окей. Wait. О, это ТФ на боте. И это ТФ для Карзи. И Гвен на топ для фото на контрпик Санте. ТФчик Адекири для Карзи. Но это, кстати, прикольно, потому что до Гвента Ксанте еще больше проблем доставит, чем ТФ. При этом ТФ против Смолдера особо страдать никак не будет на боте. Тоже будет фримачап для него. Ну, раканчиком под Вай удобнее фоловить. В принципе, такой прям логичный драфт Виталити, где все друг друга фоловят. Под один контроль по одному таргету. Ну и здесь можно будет просто по танкинчу играть по первому, чтобы он никого не съедал, а не танкинча шотать будут с этим драфтом. Скейла много и там. Слева Смолдер, Виега, Ксанте. Справа у нас есть Адкерь ТФ, который скейлится хорошо. Гвен, которая, в принципе, такой плотный левый драфт будет нормально кромсать. Но лайнфаза у Рогов какая-то слабоватая, как будто бы. На боте приу не будет, на топе приу не будет, скорее всего. Хотя, может быть, с язычком на левел 1 они заберут приу до первого рекола, но потом, по идее, все равно Виталики должны приу забрать. Так, Финн пытается вейв допушить. Там Даглас, кстати, рядом. Тут сейчас Финны могут наказать. У него вижен вроде есть, правда. Финн агрессивно. Ой-ой-ой. Вот он без лица остался. Даглас рядом. Ну и тут... Ладно, лавела плюс сил поушен. Вот он более-менее подрегенился. Даглас... Да, Финна прогнали. Финн теряет еще здесь частично вейв, который допушивается в сторону Фотона. Еще минус несколько крепочков. Карди закидывает стан в компа, там нока под хили. И комп просто мертвый. Первая кровь на боте для Декерри Твистед Фейта. А чё комп без клинца играет? Против ТФ на боте. У тебя, конечно, есть там кейдж, но он под шестого тебя только может съедать. Как будто бы телепорт достаточно жадный здесь. Был бы клинс, он бы хотя бы выжил. Блин, ну там против Тали и Вайта клинс мне снова поможет. Возможно, из-за этого просто пожадничал, думает. Да там один ТФ, пофиг. Так, у нас драка на реке за строк любовь. ВТО флеш отдал. Ларсон. Флеш ульт по ВТО. ВТО должен мертвый быть. Хорошо, есть ресет. Маркун, правда, умирает, ресет не подобрал. Ларсон тоже умер, Фотон даблкил. Ай-яй-яй, Роу. Ну, вроде выглядел как хороший плей. Но не смог Маркун подобрать там пассивочку. Там Ешка Витео продамажил очень сильно Маркуна. Там Даглас, видимо, пнул его там или что? Или он какой-то, типа, стан свой нажал внутри этого поля, но он от этого поля просто умер и не подобрал из-за этого ресет. Так, Финн, третья кушка, ульта по Фотону. Фотон должен умирать, хороший стрик забирает на топе Маркун. Грамотно все сделали, реализовали Ксанте, флипнули, найс. Немножечко сняли давление на топе, а то там Фотон прям уже разгулялся совсем.
Дракон 3 минуты, следующий, личинки 2-1 у нас Роги. Роги взяли 2, по карде пытается сыграть Зуэлис. Карди сайдстепает, но кап, еще стан накинул, гост отдал, правда? Хелисанг пока гуляет, карди в основном один на боте, Хелисанг что-то гуляет, вижен какой-то ставит, но особо ничего прям полезного на карте не нашел, кроме этого. И Даглас сюда идет. Карди еще стан накинул компу, тоже его пробил. Но там Виега будет на контрганке. Пингует на вейв, который около Т2 сейчас идет на красный. Что с этим вейвом, возможно, будут играть, с этим вейвом пытаться дайвить. Витео хочет запушить мид сначала. Так, еще Зуэлиса пробили. Хельстанг ульт отдал по Зуэлису. Там Кенч практически без лица остался. А, так Маркуда сетнул. Ой, здесь надо выходить компу просто из-под турта. Да, у Ларса на ТП будет. Так, ульта ТФ прожимается, прилетает сюда Витео. Карди, стан прошел, Зуэлис не смог съесть, еще и сам подставился. Даблкил для Витео, в размен уходит Даглас. Лисанка дает флеш, но дальше остальные Виталити... должны выживать. Маркун получает стан от Карзи. Хелисанга здесь не догонит. Хороший плей для Виталити. Смолтер теряет вейв. Так, Ларсен голем. Маленький. Маленький голем. А он блюбаф не может подобрать, потому что он голем? Гзди. Так, ну и чё? Герольд-то уже забрали, Роук. Оу? Голем бежит. Голем на миссии. Какие-то пинги идут. Виталити готовы подраться, если чё. Голем уходит на топ. Семья спит, да, чемпион земли спита выходит на MSI автоматически, то есть жету уже на MSI прошли. Плюс, если жету выигрывает второй сплит, так, хили. Сыпанули Маркуна, Маркуна, шотнули Маркуна. Чемпион зимнего спита G2 уже на MSI. Если G2 выиграет весенний сплит, то на MSI поедет команда, которая за два сплита суммарно наберет больше баллов. То есть больше в топе была. То есть условно Мэйда сейчас фаворит. Если они там в топ-3, топ-2 зайдут опять, то они скорее всего поедут на MSI и вслед за G2. Финн тут тем временем ГТ убил 1-1, пока я рассказывал. Соло кильчик для Ксанте, 2-0-1 Ксанте. Ксанте будет танковый. Но вижен даже никто пока на Дрейке не сетапит. У нас 40 секунд до дракона. О, Ларсен... Ларсен приехал. Флэш отдал Даглас, ульту отдал. 40 секунд до Дрейка. На Дрейке Ларсен будет. В теории Роги могут попробовать дракона забрать. Но они даже в вышку не пошли, они именно ресетуют, хотят на дракона успеть. У Дагласа не будет ульты на драконе. Ларсен, final fight за Дрейка. Волк, в спине, не заметили, Витео флеш отдал. Витео должны убить, Витео! Витео погиб, ресет для Маркуна. Так, неплохо, там, кстати, доскейлился Смолдер. Ой-ой-ой. Минус один, минус два. Ой-ой-ой. Из 6000 отставания Роги выигрывают файт. Так, ТП. Прилетел Карзи. Убили Зуэлиса, можно попробовать на шоры забрать. Окей, Виталити, еще не все потеряно, держать строй. Но тут не смотрят. Ну, Смолдер типа в конце уже. Да, изначально это Ларсен шикарно сыграл, это факт. Просто сейчас гораздо труднее станет играть, когда Смолдер раскилился. Карди, нашел голема. Ларсена дает ультимейт, его убили. Там, правда, сейчас умрет. Там сейчас умрет Витео. Витео, почему один остался на шоре? Это флип будет? Маркун-то живой еще? Но Маркун сильно пробитый. Маркун на шоры не застилил. При этом ваншотнулась Гвен. Комп. Пошел накидывать. Хелисанг пытается выйти, но Хелисанг погиб здесь 100%. Да, Хелисанг погиб. И Даглас умер. Смолдер всех доел.
Смолдер всех доел. Просто понимаешь, еще то, что Смолдер типа экзекьютит, это значит, что у тебя киллы в основном уходят АДшнику. И когда они типа сидят в бихайнде, эти экзекуты дают тебе стрики АДшнику почти всегда. И это тоже не есть справедливо. Комп еще один килл утонул, его стил показывает лиц, там ульта Нико, цепанули Ракана. Хелисанг умирает, даблкил для Смолдера. Потон раздамажился, но комп еще живой. Комп сейчас как плюнет. Трипл килл. Еле живет, но ВТ умирает. И Витрог опять выигрывает файт. Так, ульта ТФа по Ларсену. Ларсен уходит в стоп-вотч, прилетает к Карзи. Отдал стол Ларсена, пытается выйти. Финн... Телепорт свой нажал. Виталити еще могут попробовать получить душу. Смолдер почти в пуловый уже. Ой, Хелисанг, шишка плохая какая. Ой, там у Ларсена еще и флеш есть. Этот флеш-ульт можно найти Нико. И Ларсен в спине. Фотон, пошло вышивание. Ларсен цепанул двоих керри. ВТ умирает. Но убили, кстати, Маркуна, забрали душу. Даглас там туннелит Ларсена. Неплохая драка может быть для Виталити. Ком, правда, еще живой. Виталити выиграли файт. Погиб только Витео, минус 3. Можно по боту попробовать даже попушить. Но там Фотон куча дэмэджа выдал за драку. У нас чистая игра, кто выиграет? Гвен или Смолдер? Кто из лейт чемпионов больше даст импакта в файтах? А что, они пытаться эндить будут? О, слушайте, там до Маркуна еще 10 секунд. У Дагласа сейчас ульта будет. 3, 2, 1. У Дагласа есть ульта. Улынят. Смолдера убить. Убили Смолдера. Маркун встал. Не, ладно, они не заэндят. Надо выходить. Там у Ларсена хотя бы телепорта нет. Их вроде не закроют. Но съели стрикс от Смолдера. Так, Маркун фейсчекает. Пробили немножко Маркуна. Маркун себе силу природы взял, им реза много. Против Фотона с ВТО. Там не так больно ему здесь от ВТО было. Ну и у ВТО еще слоты такие себе. На Шора стартанули. Вот он, при этом там все еще где-то около ботлейна тусуется. Ника пока на боте. Хелисанг подрубает ультимейт. Подефал, но умер. Ну ладно. Ульта ТФа пошла. Что, они будут реколы забивать, пытаться эндить? ТП дает. Сбили ТП. ТП сбили. Вот он. Эндить будет. Сопвотч будет еще. Вот он. Вот он. А чё ты Джонни-то раньше не нажал? Ёпта мать! Нажми ты Джонни-то сразу! Ты бы закончил сейчас! Чё ты так долго Джонни жмёшь? Вот он, ты забыл, что у тебя есть стоп-вотч? ТП спину Фотон будут закрывать. Ксанте с телепортом. Там Маркуна поймали. Фотон в спине. Маркун умер. Фотон подрубает W. Не попадает ультимейтом ни по кому. Хелисанг там просто чуть не сглядел от компа. Но Маркун мертвый. На боте два суперкрипа есть. Даглас. Даглас чейзит. Окей, вышли. Барон поверплей в минус 600 у Виталити. Там минута до Элдера. Элдер файт. 5000 золота Виталити. Душа химтековую Виталити. No rogue есть. Смолдер. Так, там Карзи пушит топ пока. Рогом надо стартить самим Дрейка.
Карзи пушит. О, компа цепанул Витео вешкой. Так, ну дракона Виега забрал. Там, ой, убили Смолдера. Там Карзи умер на вражеской базе. Маркун флешнул Витео хорошо. Блять, Витео закирил файт нереально сейчас. Ну все, там один Ларсен остался, это ГГ. Как же сейчас Витео закирил файт? Он попал вешкой по компу. Его съели, выплюнули, просто в пит и сожрали. Витео всю игру страдал. Для этого момента. Так, Ларсен хочет вейв попробовать забрать. Ларсен с туша вейв забрал. Ларсен с туша вейв забрал. Они без вейва закончат, там вышка пробитая. Да, ГГ. Best Molder момента сегодня. 38 минут Vitality додушили эту игру. Jesus. Матч недели, как это назвали в LSE, Mad Lions Koi против Carmine Corp. Испанская суперорганизация против французской суперорганизации. Две организации с огромным количеством болельщиков, с огромным онлайном на костримах владельцев этих команд. Есть все-таки огонечек между этими комьюнитими. Поэтому это только подогревает интерес к матчу. У нас три бана в суп от Карминов. Убрали стену Варуса и Смолдера. Забрали еще и Зери. И Калиста в бане со стороны Mad Lions Koi. Минус 5 от Экери против супы получается. Но есть все еще какой-нибудь Эфелиус условно или Кайса, на которых можно сыграть. Рел на ФП на себя. Мэда забрали. Ари локается для Сейкина. Вай при этом в бане под Ари. Что-то другое надо будет в лес придумывать. Почему ты веришь в победу Киси? Ну, потому что обе команды выглядят плохо. И по сути это 50 и 50 флип монетки. Мэда играют тоже очень плохо пока. Я просто флипнул на Карминов. Моя вера не преломится пока. Хотя вчера против Рогов они были отвратительны. Сивир для супы. Моя вера в Кармин увеличивается. И Попча для Ильюэ. Но Попча, кстати, очень хорошо против правого драфта смотрится. Там Зери, Ари, Ракан, Поппи Найс, Поппи Гудпик. Но как-то тимком целостно у мэдов выглядит, ну, так себе. Ну, Атрумак с подсивиркой, вот этот Хард Энгейдж будет клинапить после того, как Нико Рейл залетят, как вариант. Но если Кармины получают ресеты, они левой драфте будут без шансов, по-моему. Кабачарт просто никто на локо для себя в Атрокса. Не знаю, мне не нравится подсивирка, но посмотрим, вдруг супа сейчас разыграется, расфитится там, будет всех убивать. Но я не фанат Сивир. Драфт Зери мне нравится больше. Так, Папсет у Альвара играет. Папсет спокойно выходит. Таргамас еще и на развороте. Неплохой нокап потрейдил. Фрискови! Как же душит Сейкина на миде. Верли пока. Сейкину надо телепорт отдавать. Фрискович. Хорош Фрискович. Так, вообще так-то Кармины могут подконтестить здесь. Сейкин шестой, или Фрискович шестой. Ой! Альбу разбили, ну капово. Правда, Бо под фокусом, там Сейкин стопнул Фрискови, но Бо уже умер. С Шапанем Ильёй доиграл. Сейкин! Сейкин! Чуть-чуть не хватило, чтобы слукили Фрискови здесь. Апсет вешка попала по Фрискови, но Фрискови выходит. Сейкин почти переиграл. Он еще кушку кинул по Фрискови, который в ульте уже был и не двигался, но успел Фрискови потом флеш дать от пушки Сейкина. Первая кровь для мэдов. Убили Бо. Ой, Дэдпул. Ребята, вот ребята, которые заходят на стрим, чисто узнать про драфт или кто выиграет или еще что. Молю, блять, ну заходите вы, блять, на драфте. Я по три раза говорить, как мне кажется, кто выиграет за три минуты, и реально устаю. Но заходите вы вовремя, ну суть одно и то же, знаете, сколько раз я говорю? Ну пощадите. Бо вышел, флеш отдал. Там Таргумас рядом, вместе с Сейкином, по Бо играют, Бо дает ультимейт назад.
Так, Сейкен. Неплохо, кстати, Альвара пробили. Альвара контролит. Можно ресет забрать с него. Альвара флешаут. Бо-бо-бо! Бо-бо-бо! Бо погиб. Альвара выживает там. Сейкен. Ой, Альвара еще и перепрыгивает через Таргамаса. Но все-таки забрали хотя бы одно здесь убийство. Кабы перефлешивает через кушку Мирвина. Один в одного затрейдились. Мне кажется, Кармины сейчас могут... Ой, Супа, ты что делаешь-то, Супа? Супа заинтил, жестко заинтил Супа. Апсет его доест. Да флеша с апсет. 50 секунд от Дрейка. На Дрейке Супа уже будет. В спину там хотел зайти Альвара Ильё, и он Вижн есть. У Кармидов вышли. Все нормально, Супа, ты что творишь? Донатик апсету прилетел смачный. Но с другой стороны, Супа теперь без самонера. Но правда и Таргамас с апсетом флешить свои нажали. Хз, насколько им это надо. Ильёй пытаются трапнуть. Ильёя. Там стан прошел, но кап... Хорошо, идеально, Кармин. Ильёя выживает! Бо! Стейкин доел, нормально. Убили Ильёю, поймали на вижне. Все, это Фридрейк. Окей, гуд, гуд, гуд. Кетчи, кетчи. С Ари, с Виего, хорошо. Находим, находим кетчи, Кейкор. Ой, Чармик попал. Больно, Альвара, минус пол хп уже. Мирвин с телепортом на боте, Кармины просто в пятером сразу здесь, апсет пришел. Правда, Герольд ресетнули пока, Вижн забрали. Ну и Меда, видимо, должны гибать. Как заходить сюда? Альвара пол хп пробитый, Фрескови без слэша, найти нормальный файзит сейчас трудно Медом. Да. Икабачар теперь колется спокойно, успеет еще и ботвейв принять, вышка на топе очень сильно пробита, ее скоро с этим заберет. С Герольда можно будет и мид закрыть потом. Ну и босс Таргамасом просто страхует здесь Сейкена, который вышку забирает. Так, Таргамас. Кармина дали немножко позицию пока. Там Фрескови сверху. Вижна на нем нет. Сейкен вот сейчас его увидел. Мэды отжали сейчас позицию. Сейкен. Ой, Чарм попал, хорошо. Браво, браво, Сейкен, Сейкен. Сейкен, как же ты киришь? Просто солид убивает Прескови. Мид-див. Просто мид-див пока. Несмотря на лейн-фазу. И это третий дракон для Кармин Корп. Мэд Лайнской и... Что будем делать? Правда, душа, конечно, такая себе. Не то чтобы Кармина много от нее получит, у них танка-то толком нет. Так, апсет. Но кап мимо Таргамаса. Надо выйти, надо выйти, надо выйти к корпам. Бо, ульта удать. Бо. Да дай ты нахуй ульта сразу, бо! Ну что? Что ты тянешь? Что ты тянешь? Ну все хорошо у команды. Но на Шора не могут медлайн стартить. Меня так бесит вот эти вот тупые смерти из ничего, когда чел просто кнопку гридит нажать. Бобби США, Сейкен. Сейкен. Сейкен, выйди. Кетч на Лимбон, редбафчики. Флэш потерял. О, апсет мидвышку забрал, пока там Мэдлайнс что-то на топе мутили. Полёва. ТП идет. Ильёю хотят закрыть. Чарм Сейкена опять по Фрескови. Сейкен. Блять, как же Сейкен просто обоссал опять этого Фрескови. Сейкен. Что за демон? Что за демон? Как же он его не чувствует? Yesterday he couldn't find those angles, but on his Ahri, he is connecting those charms onto his opponent mid laner, and he is shutting Frescari down, but MDK still have the civet, a potential angle to turn this around. Но Ильёй живой пока, пытается затернить по Мирвину. Таргамас опять там, ну-ка, в пол дал Мирвин, больно Сейкену.
Ильёя доел. Ильёя доел килл. Флэшаут дал живет. Апсет пытается настрелять. Тут Мирвин огромный. Надо выходить, Кармином. Надо выходить. Мирвин, кушка по апсету. Окей, минута до Дрейка. Минута до Дрейка. Суп остался без самонера. Апсет остался монерками. У Секина будет флэш. У Брескови будет флэш. Мирвин флэшнул. Сбил рекол Таргамасу. Он сейчас... Там Барт стоит. Ну, Кармины. Сука, бо! Отойди подальше, но сейчас опять собьют же. Он големов пошел фармить. 40 секунд от Дрейка, но зачем тебе големы эти нужны сейчас? Ну, ресетит, ну, темп. 300 апсет. Грань есть. Самонерки есть на Зере. Халява. Ну, что делает Сейкен? Ну, он видит этого крипа на Прескове. Этого рейнджового крипа. Просто разбайтил ульту. Ульта в пол. Но они зафейлили по Мирвину. Там, если бы Таргамас попал нокапом по Мирвину нормально, то я думаю, что они бы убили его. Там, типа, Кабу сыграл слэша по Мирвину, бам. И Таргамас просто не дотянулся вэшкой. И из-за этого Мирвин развернулся. Таргамас насрал. Они бы убили Мирвина, скорее всего. Там дракон, 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 дракон. Душа может быть для кейкорпов. Ведут всего 2000 золота. Но очень сильная Зерри. Но, кстати, суп это тоже 3 предмета. На воре добрал. Кракен, Фантом Денсер есть. В целом все ровненько там. Перед этой дракой. Флэш у апсета Сейкин и Таргамаса. Справа, слева флэш у Фрискови у Альвара. Но два самых важных флэша в плане энгейджа есть у медов. Но нету флэша у Керри. Мирвин на фланге. Там Альвара сейчас умрет. Просто Альвара, ты что троллишь-то так? Альваро! Таргамас, слыша, полетел по Сивирке. Дракона забрали меды, но при этом Сивирку уже убили. Хорош Таргамас сразу просто не застал и познакомился с Супой. Минус 3 в пользу Карминов. Мертвый джанглер, это нашор. Бо чизит дальше за Мирвином. Бо. Накинул этому Атроксу, но там шишечка была. На шишке вышел. Таргамас хорошо сейчас играл. До этого, когда Патрокс играл, насрал, но сейчас исправился полностью, все за собой брал. Это шортики, корп. Там Сверка просто отпушивает на топе, на миде Нико. Как будто бы трудно пока вскрыто что-то. Но вообще-то два на миде, наверное, доковыряют. Апсет отдал самонерки. Альвара должен умирать за это. Ну, Альвара пытался сыграть, закейчи здесь апсета, за то, что он немножко жадно сыграл супы, здесь потрейдился, но... Да, Альвара погиб. Т2 на миде забирает Сейкин. Т2 на топе из-за этой смерти Альвара, возможно, тоже Кармины смогут забрать. Ильёя не застанил Боб, получил чарм в лицо. Больно Ильёе. Ильёя погиб. Боже мой, гибку зачем ты нажал, блин? Вы ее не слышите, а я ее слышал. Я чуть с ума не сошел. А вы тоже слышали? А вы тоже слышали? Ёбаный в рот. Я не замутал, блин. Кольё. Так, ботом пытался Мирвина трапнуть. Сейкен на фланге опять будет искать что-то. Искать свой очередной ключевой чарм. Прескови миньон, но его видят. Там вижен есть. Там есть вижен у Карминов. Они видят этого крипа. Табо, по Мирвину играют. Чарм. Мирвин вышел. Сейкен остался без ульты. Мирвин отдал флеш и ульт. В целом, наверное, равнозначный трейд. Атрокс kinda useless будет в тимфайте без ульты, без хп, без флеша. На пару тычек. Альвара еще и без флеша. Он свой флеш отдал, когда по апсету играл. Че, Кармины? Кабу подрубил ульту. Таргамас. Хорошо, цепанул там Нико. Ульта, по сути, в пол опять была. Все, ГГ, они закончили. Апсет стреляет. Упал в ГА. Минус 4. Ильёя... Ильёя умрет, бо не отпустит. Бо задоджил. Бо! До конца, Кармин Корп. Кармин Корп. Но эра. Вчера проиграли рогом. Сегодня выиграли финалистов прошлого сплита. Я не знаю, что это за команда, но Таргамас сыграл 0-0-15.
Бог игры, 6-0-5 апсет. Что творил сегодня Сейкен? Просто это не Сейкен. Это Чувейкен был сегодня. Карминкорп выигрывает битву французов с испанцами. Франция, все на Никольскую, сегодня бухаем. Бум, what up, стол Регитон only here, back with another video. Heretics против SK Gaming, 2-2 обе команды, и должна быть плотненькая заруба. Смолдер в бане, Сену с Наутом забрали для себя SK Gaming на ботлейн. Варус для Флакеда, Джарван для Янкоса против немобильной Сены. Плюс там Кенчи не будет, потому что мы уже видим Наута. Низкий забирает для себя Ари. Нико у него отобрали. При том, что, кстати, Нико они для себя не забрали на первый и второй, хотя вчера ее буквально SK Gaming фпшили, но здесь ее отдали с Вайру. Ари для низкий Вай блокировочки. Вайп от Ари не будет, Виега надо банить Heretics. Так, я трог за Ирелеванта. И у кого пик лучше, у кого драфт лучше, у кого скейл лучше, отвечает чат. Ну вообще, правый драфт аутскейлит, левый драфт темпы драфт на early кетчи на какие-то с Джарваном, с Ника, с Варусом, early объекты пофайтить. Но Сена с Атроксом в лайте могут их просто переехать. Хотя в теории слева такой плотный драфт, что справа может урона не то чтобы не хватить, но довольно долго они могут с фронтлейном справляться. Есть только просто кто-то жестко не зацепится 2 на 2, как, например, сейчас на боте. Флакет. Болючий хук поймал, но там ежечка от Римби. Игнайт под Досу. Дос супер лоу хп пока выходит. Под сейс степ от Флакет, еще кушка от экзекика. Но у Доса телепорт. У Доса есть ТП. Я сказал, что ты спокойно выйдешь, не подведи меня, Вундер. Янг с тем временем смотрит на мид. Низкий. Звою Роешка не попал, флешается. Низкий от комбо Янкоса. Вундер спокойно вышел на топе. Все нормально, да, ему ничего не угрожает. Римби, ротация на мид, но там реколятся низкие. Хочет попробовать maybe хук найти здесь по низке, либо реколом избить. Зверу подсветил. Римби. Римби, еще в ту. Римби, блядь! Римби! На рекольчик! Поймал низкий! Хорош, Римби! Бля, это, кстати, смешно. Там дед Максим зашел в чат и пишет: я пропустил начало, что за хуйня, почему трэша соло килл. Реально, вниз смотришь, там просто трэш соло килл Ари. Ты такой, what the fuck? Что за вар там показали на боте? Так, там Звайру поймали, Звайру слэша по двоим, два флэша. О май гад, Heretics! Ой-ой-ой-ой-ой, Heretics! Шикарный, какая красота, прям как Игорец сказал за 10 секунд до плея, поэтому Игорецу, пожалуйста, бан на 2 часа, дайте, чтобы мне больше сегодня ничего не заспойлерил. Heretics подходят, Дос с экзекиком там в засаде, Тримби, хук по науту, такой себе, чарм поймал Янкос, мерок у него еще нету, куча урона, Тримби умер. Подходит сюда Звиру, Звиру, поймали только Наута, Наут тоже погибает, Янкос позахилился с триумфа, Янкос падает, США доигрывает низкий, но низкий маны нету. Как будто бы Heretics могут еще и подразвернуться попробовать. Ну все, вышли. Янкос, где твои мерки, блин? Где твои мерки? Почему ты купил больше АД? Жадина, жадина, были бы мерки, ты бы сейчас не умер. Мерки же супер нужны против Сиджуани Ари, просто броукен. Жаднич. А Д он себе купил, блин. Дед. Тримби. Стил хуком. О, подожди. Тримбони. Там Звайру подходит. Хорош фонарь. Окей, убили Исму. Было бы смешно, если бы Тримби сейчас еще и Дрейка застилил. Смайта не было у Исмы, но... Окей, нашли просто здесь еще одно убийство для себя Heretics, 2-0-2 Нико. И они такие, о, нихуя, он пикнул трэша. По-моему, Керри у нас, или кто у нас? У нас в высоте кто-то трэша пикнул, они в скримах-то потраили, и вроде нормально пошло. Начали, видимо, больше трэшом играть. Исму цепанули, Исма. Исма отъезжает, Тримби в размен уходит, низкий Ель живет, там комбат Янкоса. Закрывает его в ультимейт, низкий, без трэша, без ульты, уже Флакет, стрела. Янка забрал килл прямо перед лицом АДшника. Ну что такое? Подразнил Флакеда киллом?
И сожрал. Флакет 0-0-3. Он это керри ваш. Так, что там? Як с Герольда делает. Не контестит этот скей. Минута до Дрейка, 1-1 по драконам. В принципе, пофиг. Тримби. Хук. Выбил флеш из экзокиков. Сколько же Тримби вообще делает работы на трэше? 100% kill participation, соло кильнул, низкий. Тримбони. В хорошей очень форме. Так, Герольда выставили. Стукнули турет. Вышку даже вскроют, скорее всего. Найс, мид вышку забрали, Херетикс. Дальше можно еще и Т2 стукнуть. О, там поймали Исму. Тримби, ты чего, в Новижн просто поймал или что? Дос. Хорошо, кстати, раскастовался. Звайру очень больно. Звайру пытается спастись. Звайру! Низкий его до туннеля. Окей, низкий получает для себя ресет, но там убили от Рокса. Остальные Херетикс в целом фловые. Но вот здесь Вундер флешау дает от Чарма. Хук опять от Тримби на Макс РНЖ попадает в Доса. Ой, еще и троих закрывает. И троих, ну капает. Йокас! Боже мой, Херетикс! Что вы с ними делаете? Тримби! Ой, ну если бы еще и это попало сейчас. На дождь кидал. Но дальше уже Тримби на хайпе флешнул. Чисто раздал силька. Тримби. Доснул флеш. Якоря дал. Ой, Тримби, хватит, остановись! Он же чей-то сын, у него есть родители, они смотрят игру. Тримби! Что ты с ними делаешь сегодня? Т2 на боте забирают. Херетикс что-то сегодня... Крейзи. Так, Вундер. Могут его задавить. Задолжил Чарм. Бочка. Не самая удачная. Сколько там лет? 4500. Низкие. Трапают Вундера. ТП Звайру отдал. Вундер. Будет сам аут. Чарм все-таки достигает здесь. Вундер, окей. Вундера доели. Пересидели его здесь. Затрапали все-таки. Ну а что с этого СК получит? Вышка на топе? Ну хоть что-то в целом, да? Золото какое-то получают для себя обратно. Но он подумал, что они вышли после этого плея. Пошел вейв пушить, а СК остались. Ждем Дрейка следующего, гес. Хотя на самом деле Херетикс довольно быстрый на шор уже. Варус, два слота. Так, Янкас. Ну это просто размен ультимейта Янкаса на ультимейт низкий. Ну Херетикс должны вышку на топе забрать. Херетикс просто такие, так, ну смотрите, у нас преимущество, у нас сноубол сетап, у нас куча кетча, если кто-то где-то ошибся, перестоял, мы его убиваем. ТП. Этот дос летит. Что ты делаешь? Дос! Куда ты тпшишься? Это мертвая вышка уже. Низки. Фонарь. О, Тримби тут как тут. Тримби просто везде. Он хранитель этого города. Правда, Звайру все равно вернет флеш отдать. Исма. Прекрасное попадание ультимейтом. Забрали все-таки Нику. Тримби пытается выйти. У него есть флеш. Флешается от Доса. Дос тоже свой флеш дал. Эскей... На Шора... Ну, не, у них вообще ноль урона по Нашору, по-моему. Не-не-не-не-не-не. No way, что они будут на Шора делать. Так, Хикслэш, Тримби. Так, ну там Дос, правда, хукнул тоже. Бочка отдал Вундер, его бурсят. Вундер флешаут, но будет с вами вышел. Доса должны убить, Доса убили. Звайру даже в драке еще не было. Звайру только сейчас сюда приходит. Тримби. О, блядь, нахуй! Тримби, блядь, как же ты хорош! Но это плохо, вы все умираете, потому что Звайру здесь не было, минус 3. Приходит Звайру, блин. Но Хук попал, конечно, крутой. Но их просто убили, потому что они 4 в 5 были. Надо было Звайру подождать. Но как он сначала Сену нашел, потом он сейчас опять нитки нашел. Как он эти хуки находит? Янкас.
Янкас? Янкас? Ну, окей. На Шора подарил? Мне кажется, такие не могут его делать, у них мало дэмэджа. Да не, Херетик задефует. No way, что они на Шора здесь заберут. Ух, блядь, Тримби, близко как. Низки на фланке. Окей, если они затернет и убьют, тогда maybe. Низкие, минус клинцы с флаки, да, низкие. Ой-ой-ой, больно, флакиду убили. Окей, ладно, вот теперь это на Шор. Блядь, Янкас, ёбаный в рот. Это реально на Шор. Там Тримби сейчас, блядь, смотрите на него, какой он грустный. Он так хардкерит вам эту игру. СК снимают 2 на боте, кучу золота для тебя получают, подняли стриков, Сената, блядь, керит. 90 душ и закика на 27 минуте всего. Херетик lost to this. 90 душ на 27? Тримби? Низкий на вижене здесь был, но низкий ульта удал. О бой. Это Ник говорил? Не, я точно слышал видео. Исма? США? Хорошо. Кстати, дэмэджа не хватило. Вундер жив, бочка неплохая. Доса поймали, дос мертвый. Звай роунд лишний, конечно, был. Ну, они с этого ничего не получат. До Натора еще больше времени, чем дестаймер Доса. Но у него ТП будет. Вудор тебе теперь пизар забрал. Так, а что? Ну, Херетикс, походу, на Шорта, ну, вообще, ски долго его делают. Блютринки-то есть? 10к, ух, как же долго они его ковыряют, ну это кейфайтить хотят просто. 10к, там еще Янг все видит. Слева все флеши есть, справа нет флеша доста. Oh my god. 4К. Янкас. Все по нулю больно. Звайру ищет ульт. Низкий вышел пока из драки. Убили стену. Низкий туннелит Звайру. Звайру прыгет. Задолжил кушку низкий. Еще и хук попал. Должны убить низкий. Там ресет был. Убили низкий. Так, неплохо. Еще один хук от Тримби. Это на Шор для Херетикс. Как же там низки раскайтили, сколько работы Тримби опять дал в файте. Янкас тут вижен. СК выходит на мидвейв. Мидвейв Херетикс отдали. Хук попал по Сиджи. Команда далековато немножечко. Еще один хук. Нормально, КДР Тримби набрал, хук за хуком, хуком погоняет. Тримби еще один хук, не попадал в этот раз. Исму пробили наполовину. Исма дал ульту свою. А, плакеты Тримби тоже свои ульты заберли. Низкий на фланке. Они видят низкий. Низкий ульту нажал в стену только что. Звайру ТП в спину на ми дает. Его не видят. Но там вард, там вард. Звайру? Поймал низкий без ульты, без США. Звайру. Там ульта на аута. Больно Звайру. В стоп-вотч ушел низкий. Полуапа нету, но Йонки забрал низкий. Исма откайдили. Исма лоу хпшный убегает отсюда. Это дракон для Херетикс. Прикольно сейчас, да, Звайру придумал с этим ТП. И низкий еще мертвый 40 секунд. 30 секунд барон остался и Херетикс с этой пачкой на боте можно попробовать что-то попушить, но нет, там Янкас реконус, да, все-таки на этом остановится. Третий дракон для Херетикс, преимущество по золоту. Да, его нету, по сути, 2000 ничего не дают. Но там Варус, конечно, бешеный, почти фулл флот.
Кук? Не. На шор 15. Так, ну, Кук по вундеру такое, плаки-то процепанули. Низки пока просто по вундеру играют, куча демеджа, вундер, флешаут, живет пока, а вот низки поймали, бочка. Ой-ой-ой, взмайру! А там еще в него Кук прилетает, его убили, разменялись один в одного, экзотика туннелит Джарбан. Якость будет снить экзотику в кошмарах после этой карты, он каждую драку будет долбит. Исма, флеш плохой. Минус Исма. Шикарная бочка от Вундера по низке была, еще и 4 минульта от Свайру. И Релеван, ты что хочешь здесь? С Янксом подраться? Ну, Янкса команда еще жива. И Релеван и Дос остались вдвоем. Херетикс будут пытаться эндить, но они должны заэндить. Там 30 секунд. Должны эндить Херетикс. Блять, какой же были долбы устроили на ровном месте, в такой фрикаточке, но все-таки обратно ее камбэкнули. Дожали. Но Релеман с Дотом будут пытаться забирать вейв. Первый это 4 падает. Плакет стреляет, бочку отдали в Релеванта, подкайтили, Дота должны убить, комбат Янкаса, больно Релеванту, как же стрелять, Плакет, что доигрывает, Плакет! ГГ! 41 минуту играли, блин, вместо 30. А, Янка, да, ты чуть не залил эту игру, блин. Плакет обнимает с Янкасом. Милота. Ну, Херетикс. Ну, реально стали получше выглядеть. Без Перкса, но со Звайру. И причем, ну, Тримби супер хорош, на трэше первые 20 минут просто охуительный перформанс. Я бы MVP Тримби отдал за эту карту. Янкасу нельзя давать MVP, потому что он игру выкинул, хотя играл потом в целом хорошо на Джармане. Но этот плей на драконе... Тримби красавчик, я рад, что он вернулся. Жалко Кайзера, Кайзер был хорош в прошлом сплите, но Тримби еще лучше. Vamos. Чат, у нас самое сладенькое осталось на концовочку. Самая сладенькая. Fnatic G2. Что сейчас будет? Как же сейчас Fnatic'ов отъебут? Надеюсь, что нет, конечно. Было бы хайповенько против G2 выиграть. У нас уже ластовая игра на сегодня. И какая? Вообще сегодня шикарный день. Сегодня прям бодрые карты. Бодрые карты. Fnatic против G2. Дерби Европы. Две самые большие организации в Европе в Лиге Легенд сразятся в невероятной Best of 1 игре. Для ФП для Гуманоид, да? Смолдер для Ханса Open. Есть Сена, есть Зери. Для Ноа, но скорее всего будет Зери. Для Ноа будут пытаться просто контестить Скейл. Вай при этом в бане под Талию. Блин, что-то... Правый драфт аутскейлит просто в салатище. Fnatic будет пытаться темпить против G2. Еще и там Кенч есть, который подсейвить может. Не нравится мне драфт Fnatic. Но Верли, да, Верли, конечно, посильнее могут быть. Он отжал кем? Все, я пока чихал, не увидел. Окей, он с блюбафом. Я думаю, как он левел 3 со строклювов и големов? Как это произошло? Биби здесь экзекутится. Он блюбаф отжал, пока я чихал. Все нормально. Но не задавили. В итоге, потому что яйк там был рядом. Вижен по яйку был. Драконов никто не делает. Личинок никто не делает. Никто ничего не делает. Так, просто борьба больше за контроль реки, пока и все. Вот фанатики хотят подинвейдить на блюбаф тут. Оскар. Оскар. Окей, Оскар. Гост выбил из Биби. Оскар. Оскар Ринин. Тут еще и Капса поймали. Капс еле живет пока. Яйк. Ой, больно как фанатикам. Джун умирает. Он сам получает для себя килл. Разорку уже без флеша. Капс доигрывают по разорку. Хансама не должен здесь разорка отпускать. Флэш Кью, да, Хансама забирает и это убийство, дабл килл для Смолдера. Оверкоммитули здесь фанатики, далеко полезли. Но Кап не прошел.
pero Gedo reacciona y saca tres asesinatos en la otra parte del мапа. Блин, Оскар сулакил на топе сделал. И так насрали в бутсайде, фанатики. Там очень много сплэш именно урона залетело. Там Кап с кушкой чуть ли не по всем ударил. Хансама Вэшкой чуть ли не по всем тоже. Я и кушкой попал Ешку и по всем прокинул. Так, ну а шестой тут. Мама уже пролетела мимо. Ноа полетел вперед, но Кап от Мики на месте. Ноа дофлешивается красиво. Забирает Смолдера на топе. Тем временем опять Биби убили. Разорг вместе с Оскаром. 3-3. Не сравниваются фанатики по счету. Но по золоту четко отстают все еще. Биби 0-3-0. Но одна из этих смертей это экзекьют обвышку. Так, реплей был лейнфайта. Что тут было? Капса хорошо цепанули. Как они его не добили? Чуть-чуть урона не хватило. А тут еще и кайсы сразу не было. Ну да, ну посмотрите, сколько сплэш дэмэджа залетело. Так, тут опять по Биби играют. Втроем. Подстанили об стену. Капс может попробовать здесь разменяться. Капса не выкидывает разор. Чарм попал от Капса. Капс... Урона-то нету. Там у Оскара куча мэджик-резиста. Нет урона у Капса. Мана закончилась. Яйк подходит. Яйк. Есть кик. Кушкой попал по разорку. Разор W сбивает. Яйк. Сейчас еще и умрет. Хорошая вышка от гуманоида. Кучу урона выдал. О, яйк заинтил. Неужели фнатики будут именно той командой, которая сегодня мне заруинит мой идеальный прогноз и выиграет против G2? 4 из 4 иду. Думаю, ну не, ну G2 слишком хороши. А тут что творят фнатики? 1200 преимущества. Но я и не расстроюсь так, тогда заруиненному прогнозу. Вообще ни капли. Так, яйк, кик. По гуманоиду выкинули отсюда, а яйк умрет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же G2 срут. Как же G2 срут. Кап США играет, его убьют сейчас. И гуманоид бьет. Ой-я, что происходит? Вышка на топе упала. Фнатики! На колени этих G2! На колени! Плюс 4000! Боги игры! Но пока я не буду говорить то, что вы ждете. Пока не буду, пока рано. Так, Разорг. О, двоих выкинул ультой. Разорг. Стену вбивает Капса, хорошо. Подрутал Джун. Блядь. Разорг. Тут мама прилетела. Немножко вышку подтанчили. Кушкой попал под... Блядь, это нахуй что творится? Вэш в троих гуманоида. Это они! Это они! Что они делают? Я не верю! Боже мой! Мои мальчики, блядь! 15-я минута, 6 тысяч преимуществ на Фанатик! Чё Марик сделал сейчас? Марик Бразба! Разор гений! Как он выкинул двоих? Так, Биби. Тебя сейчас будут жестко ебать. Оскар! Оскар! Оскар Ринин! Еще один соло килл. What's up? What's up? Фнатик не могут проиграть с таким преимуществом. No way! Эта игра не выкидывается. Вы посмотрите, как они играют сегодня. Это не проигрывается уже. Это фривин. 6018. Герольды сели. Бам-бам-бам. С локтя. Стукнули. Вышку забрали. На топе. Т2 сейчас упало уже. Или упадет скоро. Аскаринин. Топ-гэпает Брокен Блейда в нулину. Герольда. Посмотрите, Разорг. Идеальное управление. Вы посмотрите. Врезается в стену, но не в вышку. Но ничего страшного. Герольд ударил по вышке, ударил. Ворсет, Герольда довезли, все нормально. Собрались. Это наша карта. Смолдер нас не остановит.
Второй дракон. Халява. Правда, химтековый, конечно, кусок кала тут. Ну, надо на Шора будет форсить, надо будет форсить на Шора. Да, ну, кстати, идет реально по билду ЛС. Криптоблум третьим. Мурамана, Люден, Криптоблум, это билд, который ЛС форсит. Так, ну Джиту, походу, на Шора гивают. Как его контестит-то? Там Санты с Наутом вас не пропустят. 6К. Яйк. Бежит пытаться стилить. Яйк. Флэш. Убил его Раздорг. Сожрали. Хорошо. Ой, больно, 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 больно. Джун умрет. Не, нормально. Марик керит. Там хорошая вешка была. Отдали один килл, но это только на вот. Это на Шор, это на Шор. Там гуманоид с Арбадончиком. 10 стаков темная печать. На Шора забрали. 12 тысяч золота преимущества, Фанатик. Вы не имеете права эту игру проиграть. Это будет реально преступление. Блин, вот здесь, конечно, демеджа нормально залетело. Оскар там чуть не умер. Мне понравилось, как они убили Микки Икса, и из него просто вывалился Broken Blade. Они вспороли брюхо там Кенчи, достали оттуда Гвен. Гуманоид вообще сияет, сидит. Т3 вскрыли Фнатик под ультой. Хорошо. Там Кенчи поймали, там Кенчи удалили. Ингиб забрали. Хорошо. 13 тысяч золота преимущества. Так, Т3 на топе. Пук. Съели капса, пока Микки же спасает капса. Капс на развороте. Чарм по разорку. Разорку очень больно. Он сама. Накинул кушечку. О! Где Микки-то? Где там Кинч? Вторая сторона. 14 тысяч золота преимущества. Но как же фанатики аккуратно все делают? Как же они не хотят залить эту игру? Максимально осторожно. Вон Биби пролетела, вешечка. Пиу. На. О, Яйк поймали. Пиу. Яйк флешаут. Ноа. Плюс кильчик. Это на Шор. На Шор душа. И заканчиваем. Так, гуманоид. Стена. Капсов сбили в стену. Оу. Яйк кикнул Наута. Яйк умер. Ноль урона. Ноль урона по Оскару. Хук хороший. Там Микки еле живет. Капс пытается раздамажиться. Блять, убили Наута. Оскар, туннелит Ханса. Оскар. Блять, какие же фанатики все лоу хпшные-то вышли из драки. Но это три стороны должно быть. Ханс слышом еще. Мид забрали. Джиту прям брекаются жестко. Но три стороны забрали. 4 минуты до Элдера. На ресет. Пятнадцать тысяч золота преимущества. Один ебучий смолдер не дает игру закончить. Там чуть-чуть еще Оскара, блин, не добили. Вообще опасно было. Если бы Ханс так далеко не отлетел, возможно бы они еще и Оскара добили. Ханс перебдел как будто бы. Так, Фнатик. Ставят стену, отзонили. Ханса, Капса, Микки, Яйка. Разор с США полетел в Капса. Больно Капсу, но он пока живет. Прилетает мама дракона Джун Хук в ингиб. К Хансаму накапнули. Оскар бежит за Хансом. Его съели. Микки пытается засейвить. Капсу больно. Капсу убили. Где Смолдер? Смолдер жив пока. Убейте Смолдера! Убейте его!
Хорошо, нахуй. Всех убить. Трипл килл. Трипл килл для Ноа. ГГ. Нюдо! 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 Хорошо, нахуй. Vamos. Фу, все, Фнатик выигрывает сплит. Let's fucking go.